предыдущих видео по ссылке можете перейти. Мы показывали, как машины красят, из чего состоит слой краски на автомобилях, какие лучше микрометры приобрести и какие цифры вообще плюс-минус должны показывать эти приборы, чтобы вам было понятно. Сегодня же мы покажем, как микрометром, как толщиномером машину правильно мерить. А лучше всего начинать с крыши. Почему? Потому что крыша самый малонагруженный элемент с точки зрения ДТП. В принципе, если машина не переворачивалась, крыша страдает очень редко и красит ее очень редко. К тому же вы получите, скорее всего, по наружным элементам самый маленький слой, потому что на крышах экономят производители. В данном случае крыша пока что не тоньше 140-138 микрон. А есть куча примеров, когда приезжает человек на осмотр, совершенно посторонний, и начинает 30 минут вот так вот мерить одну дверь, при условии, что не крашена. Вот так вот начинает измерять. 20-30 минут мерит только одну-две двери. Я не знаю зачем, да, то есть что он хочет сделать. Я бы еще мог понять, если бы человек там выявлял неравномерность окраса, да, у него был бы там производственный толщиномер, да, можно было бы что-то выявлять совершенно там по мелким многочисленным параметрам измерения. Я использую методику крест-накрест. Этого вполне достаточно, чтобы экспертно посмотреть, красилась деталь или нет. Красит обычно либо под выштамповку, вот этот кусок можно покрасить отдельно, либо уже целиком дверь, по-другому никак. Также мы меряем крыло. То есть берете раз точка, два точка, три точка, четыре точка, пять, ну крыло более сложное, и где-нибудь посередине шесть. Естественно, заднее крыло меряется подобным образом. Верхняя грань под фонарем, нижняя грань, порог. Здесь обязательно делайте промер внизу порога заднего. Почему? Потому что это нагруженная часть, сюда часто летит пескоструй. Здесь часто бывают какие-то сколы, царапины, либо какие-то тележки, столбики, велосипеды. Они, как правило, наносят повреждения вот в этой области. Если дверь еще как-то можно там плюс-минус без шпаклевки выправить и покрасить, то эту часть чаще всего приходится шпаклевать, потому что здесь любой стык идет. Любой какой-то удар, нам получается рваный металл в этом месте, вот, и приходится его красить. Если смотреть на багажник, те же самые точки, то есть все, так скажем, более-менее квадратные, прямоугольные поверхности меряем крестиком, по точкам, замер посередине, даст понять, что нет тут никаких окрасов, ну, в данном случае. Меряем эту грань багажника, крышку, потому что, видите, крышка отдельно идет, сама вот эта вот закрывающая крышка замком. Могут ее красить под накладку. Если здесь что-то зацветало, либо какой-то был небольшой удар, тоже ее промеряйте, делайте это тщательно, попадайте в стыки. Также обязательно стоит сделать замеры стоек. Эти замеры сделать несложно. Здесь вообще хватит буквально 2-3 замеров. Центральные стойки, арочные проемы, пороги, то, что находится внутри автомобиля, менее нагружено. Производитель не тратит на них лак, не тратит на них много там краски. Старается покрасить потоньше, сэкономить, но оно и видно, да. То есть, если делать замеры, вот 100 микрон, 113. Здесь тоже, если вы будете осматривать машину, будете делать промеры, вы получите те же цифры. 111. Также порог. Если был какой-то удар в бок, вы это сразу поймете. Потому что 90 микрон. Здесь вот порог покрашен, да. Здесь пластмассовая накладка, но у каких-то машин этого нет. Но в любом случае при замере вы увидите значение, да. Никакие не 200, не 300, не 400, не 600. То есть пороги и внутренние части, вот эти элементы внутренней поверхности красят тонко. С вами поделимся тоже и некоторыми профессиональными советами. Да. Роботы на заводах красят кузов и с левой, и с правой стороны абсолютно симметрично. Разница будет буквально в несколько микрон, максимум там в 5-10 микрон расхождения, а то и меньше. Роботы красят машину по точкам. Берем произвольно, выбираем эти точки реперные, и по ним уже смотрим, как был окрашен один элемент и другой. Так как робот красит симметрично, то и окрас в этих точках должен быть симметричный и похожий. Берем, например, точку около молдинга на крыле, 131 микрон. Берем точку
внизу крыла 127. Запоминаем или записываем эти точки, если их будет у вас больше. Меряем над крепежным элементом замка 99. Идем к этому крылу около молдинга 125. Внизу крыла 129. И внутри около уха крепежного для замка 98. Таким образом мы видим, что разбег совершенно незначительный. И на основании этого, даже не зная вообще никаких других способов визуального определения ремонтной или неремонтной детали, только основываясь на цифрах, мы можем сделать вывод, что в данном случае это заводской окрас, и красили эти две детали роботизированной техникой. Робот покрасил симметрично. И это секрет, который можете пользоваться и безошибочно определять, был ли элемент окрашен или нет, только лишь по прибору. Когда вы сделали замеры крестиком, да, то есть все угловые точки и середину детали, вы, в принципе, уже можете оценить, понять, какие показания вы получили, да, то есть вы понимаете, что если у вас в центре 150, 148, по краям у вас 154, да, микрона, там, плюс-минус, то, в принципе, вы понимаете, что деталь у вас не крашена, исходя из этих показаний. Если действительно был дефект, тогда сделать многое за измерений, то есть подробненько посмотреть, что, где, как, какие цифры у вас показывает толщиномер, да, потому что, например, дверь красилась, как красилась, за чего красилась. Если были какие-то повреждения, рваные моменты, будет шпаклевка, вы померяете, например, здесь была царапина, вы меряете 170, 180, 180, 190, 220, 450, там, 800, да. И вы даже, если внимательно присмотритесь, если делали некачественно, глазами увидите ту зону, где накладывалась шпаклевка, выравнивалась сталь, если была рваная, где подваривалась, она делалась, да, это хорошо видно. Потому что в любом случае, если здесь были очень большие замятости, дефекты, даже какими-то молотками, чем угодно, инструментами специальными, сталь ровно не выпрямишь. Ее все равно надо грунтовать, шпаклевать, чтобы она была ровненькая, как вот как с завода. И это все покажет прибор. Начинаете мерить ниже, получаете опять те же показания, там уже не 600, не 700, а 400, 300, 200, 180, там, 180, 190. И вы понимаете, что да, дверь покрасили, в этой части была царапина какая-то, какое-то повреждение. Если вся дверь равномерно, например, 200-220, а здесь у нас 140, ну, значит, просто какую-то притертость устраняли без выравнивания стали, без шпаклевки. Либо, например, поставили другую деталь с другого автомобиля, да, взяли серого, поставили сюда, покрасили в черный. Также деталь целая, но будет по слою толще. Мы рассказали только базовый курс, самую основу, пользуйтесь им, берите его себе на заметку, приедете к машине, можете еще раз просмотреть, чтобы не путаться. Но чтобы хоть какое-то мнение экспертное ваше иметь о машине, к которой вы приехали, этого достаточно. Далее уже думайте, будете вы обращаться к экспертам, подборщикам, да, диагностам, как наша компания, например, либо повезете машину к официальному дилеру после вашего беглого такого осмотра, да, нужно ли вам это. Но в любом случае вы хотя бы не будете брать кота в мешке, потому что знаете, как обидно бывает и нам, и клиентам, когда нас вызывают на автомобиль, люди ничего не смотрели, либо китайскими приборами непонятно что померили, а потом оказывается, что у него заднее крыло вырезалось, например, да, ну, не нашли ребята. То есть обидно бывает, когда человек, ну, не знал, как померить, ему показалось, что все хорошо.